Среда – это маленькая пятница, и на неделе этим словам найдется подтверждение. С вами афиша от «Блокнот Волжский». В четверг, 24 октября, стартует комедийная драма «Арахисовый сокол», которая никого не оставит равнодушным. Жизнеутверждающий фильм об особенном парне, который стремится стать рестлером, но предварительно пустившегося в путешествие. От отечественного кинематографа нас ждет контрастная картина «Сторож», режиссер Дмитрий Быков. Начнется она как романтическая комедия, а окажется серьезной драмой и триллером. Особое внимание уделено сцене зашивания раненого героя. 23 октября на стадионе «Волгоград-Арена» в 19:00 начнется матч, где сыграют команды «Ротор Волгоград» и «Луч» из Владивостока. 27 октября в 18:00 в ДК ВГС состоится совместный концерт группы «Карат» при участии Евгения Войнова и певицы Тали. Будут исполнены знаменитые хиты 80-х. А какую музыку предпочитаете слушать вы? 70-х, 80-х или 90-х годов? Пишите ответы в комментариях.